Европейский евро или евро Европейского Союза выдавило порядка 32% оборота. Евро имплементатен система мондиал де акитери, а микшорат волумул транзакциилор ин долар ку 32%. Ла нивел мондиал. Оборота мировой экономики. Да. Ин рулажил экономии мондиале. Что, разумеется, тоже является угрозой безопасности Соединенных Штатов. Și de aici domnul Cistilin vine cu concluzia că și euro este un pericol pentru securitatea Statelor Unite. Таким образом, мы имеем дело с глобальным процессом защиты тех инструментов управления, которые были созданы после Второй мировой войны. Noi avem de facere cu problema care poate fi formulat în felul următor. Statele Unite vor să-și păstreze dominarea păstrând instrumentele care ele controlează 100%, în primul rând instrumentele financiare. Лучший способ сохранить ситуацию – это разрушить экономики государств конкурентов. Cea mai bună, cea mai simplă și eficientă metodă de a-și păstra dominarea e să distrugă economiile țărilor care, în aspectul despre care s-a vorbit, sunt concurenții Statelor Unite. Deci le iau o bucățică din rulajul. Istoria planetei nu știe lucrul способa разрушения economiei concurentă, ce мировая война. Istoria pe globul pământesc nu cunoaște o altă modalitate mai eficientă de a distruge economia concurentului decât un război declanșat pe teritoriul concurentului. Таким образом, сегодня мы имеем дело с процессом создания Третьей мировой войны, масштабного вооруженного конфликта. Noi suntem martorii unui proces care poate fi catalogat ca pregătire de un război mondial, al treilea război mondial. Украина в этом процессе является спусковым крючком и инструментом формирования масштабного конфликта. Триггером этого процесса, декланшаря он разбой мондиал, есть Украина. Процесс подготовки Украины к войне был поликалу похож на процесс подготовки к войне немецкой Германии в прошлом веке. Процессу де пригатире о Украине пентру разбой, а фост уну ла уну копият de pe procesul de pregătire a Germaniei pentru declanșarea al doilea război mondial.